Всем привет, меня зовут Шамб, это прохождение игры Dark Messiah Might and Magic. В прошлой серии мы вроде как умерли и возродились. Зана сказала, что мы с ней еще больше объединились, и теперь часть ее силы передалась нам. Мы можем превращаться в демона на кнопку V, а при этом терять здоровье и возвращать его, если мы кого-то убиваем. И идем мстить оркам, всем лица ломать, крушить, все разносить. А, и выбраться, во-первых, отсюда, догнать Тирантира, отобрать у него... Что у него отобрать? Череп теней, а его череп размажить обо что-нибудь. А так, тут все деревянное. А я могу как бы куда-нибудь залезть? Могу. Вопрос. А нафига? Вот это еще какая-то странная штука. Может мне вообще отсюда как-нибудь прыгнуть удачно? Так, почему я промахнулся в деревьях? В смысле? А эта деревянная штука, почему нету веревки? А возможно это сделано так, чтобы... хитрый герой, например, как я отсюда, не сиганул на эту веревку и не срезал. Потому что нам предстоит, скорее всего, идти в этом направлении, а здесь потом как-нибудь. Ладно, не будем хитрить, идемте прямо. Так, тут до упора ничего нету. Нет, и мы... Ай! Что-то тут все ломается. Это плохо. Так. И ничего не видно. И мы переходим на следующую локацию. Ну, замечательно. Сара. Пожалуйста, перейди нормально. Вот я просто иду вперед, он не хочет идти вперед. А я нажимаю Enter, чтобы запрыгнуть. Не понимаю. Мне здесь луком надо? Нет. Вот передо мной обычный путь. В чем проблема? Спиной туда запрыгнуть? Нет. Так, странно. А мне больше и некуда деваться. Правильно, тут особо негде залазить. Блин, еще солнце в глаза светит это. Не понял. Ух ты. А можно сюда? Я думал, что я мог вот так в расщелину туда глубже провалиться, а тут просто темно было. Так. В чем проблема, Сара? А, эту веревку надо перерезать, перестрелить. Так, на какой кнопке у них посох? Ну-ка, двинь по веревке. Нет. А что ты не можешь вот здесь пройти? Вот. Я уже зашел и... Ну давай, 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 давай. Давай еще немножко, совсем чуть-чуть. О, да. У меня просто не работает тут выход на новую локацию, новый уровень. Что происходит? Воу. Да, скорее всего, сломалась вот эта штука, а как ее починить? Ну, это уже какие-то оптические иллюзии пошли. Так, ладно, тормозну, попробую как-нибудь решить этот вопрос. И я вернулся, вопрос решается гораздо проще. Нам просто в ту сторону не надо идти. Странно, но вернуться назад мы, получается, уже не можем. Так, тут все выглядит небезопасно. Так, здесь есть какой-то большой вонючий... Чистые ногти, ровный голова.
ладно. Ой, я промахнулся кнопкой. Хотел огненный шар, в итоге не то. Ай! Как-то неудачно прилетел, гоблин. Иди в огонь отсюда. В смысле, не больно, ты сгоришь сейчас. В смысле, он остался жив после того, как на него упали бочки? Кто там орёт? А вон там бегает какой-то дурачок. Так, ладно, огненный шар слишком много затмевает пространство. Ну да, беги сюда. Они не хотят идти ко мне почему-то. Ладно, огненный шар идет к ним. И нам нужно бы ману восстановить. Так, а у меня манные эти зелья. Что тут все ломается? Их довольно-таки мало, это плохо. Надо быть аккуратнее. Хотя зачем я с ними на них вообще ману трачу? Сейчас я на тебя плюну. Так, за ним бежать не надо, он меня ведет за подню, скорее всего. Ну вот на этого я потрачу, потому что он надоел уже тут бубнить. Улетай оттуда. А я иду сражаться как демон. В смысле? Почему я по нему не попадал? Так, сюда можно нырнуть. Но там какие-то рыбы плавают. Мне кажется, туда не стоит, они меня сожрут. Да кто хоть орёт вечно? Так, ну их нафиг, на них время тратить, слушай. Сок, зелье манны, сталь тени пусть будет. У меня зелье здоровья полное, это великолепно. А лук пари, мясцо. Так, тут слишком много проходов. Есть сюда, 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 еще там вплавь. Это меня не устраивает. Так, один проход забит. Нет. Можно. И что тут валяется? Слепная зелье. У нас и так их перебор. Ничего интересного мы не видим, стоя на месте? Нет. Иди сюда. Я тебя убил? Да, отлично. Лучше я буду превращаться в демона и их убивать. В смысле не убивай? Мне здоровье нужно. Вот куда он делся? А? Я тебя сейчас доханю. В смысле, а что я так его плохо бью? Мне казалось, я демоном гораздо сильнее становлюсь, но что-то у меня урон. Сколько я ударов на гоблина-то потратил? Так, там клетку какую-то хотят открыть. И чтобы на меня кто-то свалился или сагрился. А тут еще бегай, дурачок. А ну отдай все здоровье на меня. Так, надо сохраниться, во-первых. А то мало ли, кто тут опасный на меня пойдет. Так. Вот здесь вот клетка. Они здесь бесконечные, что ли? Вот это вопрос. Ладно, не буду тогда на них время тратить. Что у нас тут? Тут у нас сено. И...
И все? А зачем этот проход нужен? Нет, ну конечно, я могу самоубиться, но в этом смысла нет. Ладно, идем дальше. Значит, у нас есть всего путь один. Да, я. Не убивай меня! Дай мне умереть, человек! Да сколько тебе ударов нужно? Нет, они реально бесконечны. Сейчас этого убьем и попробуем вплавь. Нырнуть и там проплыть куда-нибудь. Так, еще один. Еще один, да сколько же. Его сейчас убить моя! Конечно, потому что твоя мне надоедет. Так, пробуем сейчас занырнуть и проверить, что здесь. Бам. Так, допустим. Я всплываю, а зачем? Так, что на дне? Щитмон. Но щитом я не пользуюсь совершенно. Отсюда я не могу выбраться иначе. Хотя почему? Вот запрыгнули. И еще раз. И мы сейчас оказались там наверху, откуда на нас десантировались гоблины постоянно. Так. Это очень хорошо, зелеманна. А жратва у нас... Черт, блин, испугался. Так, здесь. Чего нет? Это отвратительное темное зрение. Нифига с ним не видно. Так, вот эта штука что-то делает. Допустим. А что это мне дало? Если я потяну назад, она типа поднимется? Ай, что? А, это гоблин. Каких-то с ударов убивок, на каких-то нужно сотни ударов тратить. Нет, это все больше не поднимается, не опускается. Зачем мне эта штука? А, вот оно как. Так, ладно, мы сюда... Да откуда вы все уберетесь? Этот тоже с удара умер. Так, а кого на нас хотел согреть орк? Давайте посмотрим, а потом сюда вернемся. Я не умру? Нет. Неужели Сарф научился не умирать? Так, проверим, что орка от нас хотел. Еще вот здесь ветчина была. И только? Да. Странно, но ладно. Глупые гоблины! Урок искрошит их бородавчатые морды! Ра! И это все то, что ты хотел мне сказать? Сейчас мы немного его к костру подвинем. Ты, человек, открой клетку, а не то урок разозлится. А, тебя спасти надо. Извини, урок, или как тебя там звать. Я думал, тебя надо убить. Так, а как эта клетка открывается? Ну, я бы открою, только еще понять так. И отсюда, собственно, вылез. Стой на месте. Ты типа разозлился на меня? Я не знаю, как твоя клетка открывается. А, вот. Ну я тупень. И чего ты хотел? Ты мне дал 5 или ты хотел мне так врезать? Ты чего танцуешь? А, ты меня бьешь? А ну пошел отсюда. Я думал, он мне типа реверансы такие делает. Танцует.
показать, какой он классный. А он мне втащить хотел. Так, ладно, ползем наверх. Ну как ползем наверх? Ползем в поисках тайничков. А это куда? Или мне сюда и надо было? Погодите-ка. Понять, куда мне нужно? На самый-самый верх? Или вот сюда как раз? Сохранимся, пусть будет. А то я ж могу убиться тут на ровном месте. Так, допустим, мы сюда залазим. Там что-то жутко происходит. А вот эта деревяха как... Опа, там что-то горит. Отлично. Отсюда сигануть? Да, смог. А что это? Саров, отойди аккуратно. Зелье манны и все. Да, а теперь... Что это мигает еще? Как ты здесь оказался, целебное зелье? А наверху, интересно, ничего больше нету? Вот я, если прыгну, я головой ударюсь в эту доску. Никуда мне больше стрельнуть нельзя. Допустим, я прыгаю, бьюсь головой и... делаю. Нет, это не вариант, значит. Возьмем зелье маны и пойдем дальше. Куда? Так, зелье маны я взял или нет? У нас дефицит, поэтому нельзя ни в коем случае зелье маны пропускать. А где оно было? Не помню. Все, увидел. Десант. Саров. Саров. Какой ты пень кривой. Деревянный. Первый раз, главное, запрыгнул спокойно, без проблем. Сейчас нет, не хочет. Так, сюда. Отлично, зелье манны, все. Обратно. Так, идемте тут поверху. Ничего не видно было. На новую локацию выходим. Да, именно вот. Так, опять башня. А нам надо вниз или вверх? Давайте проверим, что внизу сначала. А внизу вода, то есть мы можем безопасно туда упасть. Значит, надо проверить, что есть вверху. Опа. Просто потайное местечко и все. Хорошо. А тут нету никаких деревьях. Вот из-за этого падающего света очень-очень плохо видно. Но здесь есть куст какой-то. В него можно стрелой как-то вонзиться? Похоже, что нет. Ладно, не тратим время, десантируемся вниз. Ну да, другого пути особо нет. Как удачно. Я этой баночки не видел. С манной. Так, что у нас на самом дне? Сундук. В сундуке каменная кожа, противоядие, целебное зелье. А Спанч Боба на дне нет. Вылазим. Гоблин, привет. Да. Иди сюда, поближе. Может, я просто в него не попадаю ударами? Сломайся. Нет, не ломающийся.
Да, пусть не будет на проходе. Так, тут все забито, завалено. Лопат. Так, ух ты, чуть не навернулся. Вот, мы пришли наверх, на который смотрели. Огонек горит. Ай! Саров, ну какой же ты дурной. А рядом с огнем не можешь стоять аккуратно. Так, вот здесь уже предстоит для меня серьезное испытание. Аккуратно. Прыжок. Я в этом не сомневался. Опа. Бежим. Прыжок. Беги! Быстрее! Куда? Ёшкин! Найди. Что это за хрень? А, беги быстрее. Давайте пока не будем бежать быстрее, посмотрим, как это можно сделать. То есть я вот отсюда запрыгиваю сюда. Нужно перепрыгнуть ящики и как-то очень быстро, дерзко, резко это сделать. Допустим, я прыгаю, не останавливаюсь. Беги, быстрее! Найди место, где спрятаться. В смысле найди место, где спрятаться? Я не могу на тот уступ запрыгнуть. Это надолго. Включайте счетчик смертей. Итак, уже 2 или 3. Раз прыжок. 2 прыжка. Беги, быстрее! А если, например, я не буду бежать и посмотрю просто в лицо этому червю? Да, это червь. Так, раз. Беги, да. Быстрее! Допустим. Найди место, где спрятаться. Да я не допры... Там колонна падает под наклоном, а я все пытаюсь сам пропрыгать. Вот оно что. Беги! Быстрее! Стоим и не бежим никуда. Найди Сана, место, ты где спрятаться. Просто стоим, и нас сама колонна отправит в убежище. Я тут спрятался или нет? Вроде бы да. Фух, это по-любому нужно сохранить. А, вот это вместе со мной может обвалиться, сломаться, разрушиться? Так, зелится. Это к червяку. Да, к червяку надо выходить. Все, 2 укуса, 2 удара. Я сначала не понял, что произошло, поэтому тормознул. Ладно. Как он там что-то делает? Так, тут сундучка нету? Нет. Сундуков нету, аккуратно. Нам нужно спрятаться, мы прячемся. Отлично. Противоядие, полное исцеление. Так, сейчас восстановим выносливость, отдышимся. Дышим спокойно, никакие проблемы нас не волнуют. Наши веки тяжелеют, но не засыпаем. Ну вот, Сара, быстрее приходи в форму. Так, я предлагаю тут сохраняться постоянно. А нам надо налево. Бежим. Так, он дышит еще чем-то. Я хотел срезать, но запнулся ногой за какой-то там пень. На этих перилах. Так, вот он дыхает и какой-то могильный... Дрянь он на нас пытается, дышь. Саров, беги ты! А, здесь тупик. Тупик, тупик, тупик. А, червь, привет. Червь, пока. Уйди. Я беру зелье манны. Я лечусь. На какую кнопку у меня лечение? Блин. Так, 7. А, на 8. Стоп, я, может, тут могу тебя
побить. Я в любом случае от яда больше, точнее меньше 5 не теряю здоровья. Ну да, вот ты падаешь и что. Ты в любом случае до меня не достанешь. Только вот вопрос, наношу я тебе урон или нет. Получил это зрение бесполезно. Допустим. Великолепно. А запусти огненный шар, пожалуйста, в червяка. Сара. А почему ты держишь руки на замке? Что тебе мешает огненный шар в него запустить? Вот сейчас он прилезет сюда. А, он хрена себе отразил. Так, значит, не надо. Надо лечиться. Какие кинжалы? Какие кинжалы? Так, прячемся. Привет. Надеюсь, он не додумается сюда заехать. Секретик? Нет, но туда можно попасть. Так, ладно, он нас травит. Целебное зелье нам не надо сейчас. Сейчас здоровье пойдет до конца, и мы сами лечимся. Вот лечение наше. Давай, лезь, 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 лезь. Отлично. Опа. Ух, это вода, я думал, я умер. А, я так спасся? А, раньше мне казалось, это гораздо более сложный момент. И мы накопили, наконец-то, очки для... Вылези. Саров, успокойся и вылези. Ладно, вот что тебе тут нужно на глубине. Саров, вылези, пожалуйста, спасибо. Возьми зелье маны, я кликаю Е. Отлично. Так вот, мы накопили на последнее умение мага, это восстановление маны. Вот у нас восстанавливается она очень-очень медленно. Как с этим будет работать? Единица в секунду пойдет. А, дальше. Есть, конечно, вариант просто нам жизнь прокачать, но она мало что дает. Заклинания смысла уже брать нет никаких. Что еще может единицу ближнего боя? Да зачем он нам нужен? Что из заклинаний? Убежище? Да, не знаю. Предлагаю лучше вот вора немного прокачаться. Хотя тоже, зачем им, нам это надо? Не знаю, посмотрим, накопим очки. Пока меня сейчас все устраивает и некуда их девать. Так, тут ничего. Безмозглые твари. Только и думают, что о еде. Но мы-то знаем, что есть и другие способы развлечься. А, Зана, ты про кого сейчас? Я здесь ни одну тварь не вижу, в принципе. Так. А, это вода, это хорошо, но... Что-то опасно, мне кажется. Саров, тебе по приколу вот так орать, как безумно? А, тут эти... Так, все, ныряем. Прячемся под водой. А, под водой я не могу сменить заклинание. В общем, тут созерцатели эти... Многоглазые, точнее, одноглазые щупальцевые твари, которые нам очень будут портить жизнь. Так, с ними проще вот так разобраться. Сдохни, сдохни. А пауки не умеют плавать? Если нет, то это весело.
Да, то есть пауки, как только попадают в воду, они что, автоматически умирают? Так, надо как-то это проверить. Так, кинуть огненный шар, чтобы в итоге паук отлетел в бассейн. Ну или вот так их сейчас взорвать, к черту. Два готова, остался последний. Ну и все. Так, мы спрыгнули откуда-то сверху. Здесь есть путь раз. А наверху есть деревяха. Вот зачем она нужна? Надо тоже проверить. Да, и на нее можно залезть. На эту тоже. Вопрос, а зачем? Так, надо, во-первых, на эту ткань залезть. Допустим, я вот так залазил. Залез сюда. Допустим. И зачем? В диком прыжке я допрыгнул сюда, отсюда... Вот в эту штуку темную. Попробуем. А что здесь? А здесь ничего. А в другую попробовать? Ну давайте. Так, в другую темную. Так, а тут можно гораздо проще залезть. Хорошо. Саров, хватит издеваться надо мной. Все прохождение издевается надо мной этот ученик мага. То не допрыгнет, то перепрыгнет, то на нее вообще запрыгнет. Непонятно куда, на какой ступ. Вот, отлично. И что здесь? А здесь ровным счетом ничего снова. Хороший вопрос. Зачем все это было нужно? Вот в эту штуку запрыгнуть? Я вот просто не помню, откуда мы вообще сюда упали. Ладно, все, не буду страдать ерундой. Пойдемте в тот проход, который нам открыт. Ну не хочет он запрыгивать, и не надо. Так, тут деревях наверху не видать, нет. Что это? А нет, видать, вот здесь... Ох, как плохо, солнце слепит, и... Как минимум одну деревяху я заметил. Вот здесь она. Примерно где-то тут. Да. А так ее вообще невозможно увидеть. А, я так воду запустил. Что ты орешь? Сара, что с тобой? Что с тобой? Я не понимаю. Что он заорал, как безумный? Бред. Ты чё заорал, как псих какой-то? Так, ладно, я по своим. Ай-яй-яй. Веревкам полез. Так, что тут у нас? Одежда короля воров. А, я понял. Это типа на электроли... Током пропитана вот эта вся вода. Откуда здесь ток? Или это вот этот дурачок создавал, которого мы пристрелили сейчас? Так, а что за одежда короля воров? Что-то молнии. А, Player Armor Sifa DV Desk. Именно так я и думал.
Великолепное описание. А, я могу теперь в воду прыгнуть? Да, то есть вот этот дурачок, который здесь летал. Да что с тобой, Саров? Я вот не могу с ним. Совершенно. То есть мы сначала нормально плавали. Все было хорошо. Потом он начал орать, как безумный. То есть он сначала не почувствовал, что здесь ток или... Да что ж такое? Можно этот рычаг вообще не поднимать, не опускать? Разница в сохранениях 5 минут. Не буду прыгать, страдать ерундой. А просто по своим веревкам поднимусь и все. Так, мы где вообще? Безмозглые твари. Только и думают, что о еде. Но мы-то знаем, что есть и другие. Да-да-да, ты знаешь, знаешь. Так. Ты в текстуру ушел? А ну сдохни. Саров, хватит орать. Так, навык я прокачал, да. Сейчас пауки, идите все к гоблину. Поставить, может, им мины. Почему не ставится? Непонятно. Вот я перед плотом плаваю. А Enter про... Какой Enter? V, Shift, пробел. Я не хочу залезать на этот плот. То есть из воды на него больше не залезть, что ли? Этот дурачок не прилетел, вроде бы нет. Нам нужно как-то подняться наверх, Сарев. Только вот как? Да я знаю, как подняться наверх. Во-первых, найти здесь еще деревяху. Я хочу попробовать по деревяхам пролезть, не поднимая эту воду. Где-то я здесь видел деревяху. Блин, как... Подумай, что может нас поднять? Нас лук может поднять, если я попаду в деревяху, которая где-то вот здесь. Все, попал. Полезли. Гениально. Одежда короля воров нечитаемая. Далее. Как бы аккуратнее отсюда. Мы сводить. Можем подняться с водой, Сарев. Зана, я пока хочу просто полазить аккуратно здесь. Может, я веревками сам поднимусь как-нибудь, ладно. Иначе она сейчас начнет на нас орать, как на умственно отсталых дебилов, которыми является только Сарев. Которым является. Все, поднимаемся. Так, уйди отсюда. Главное, чтобы эта штука нас с плота не сбила. Стоим на центре плота, и все будет хорошо. А зачем я в них магии кидаюсь? Могу превратиться в демона, и думаю, 1-2 удара, и они мертвы. Вот в этих окошках я очень хочу верить, что нету ничего. Так, одного я заметил. Ну пусть он сам подлетает, я не буду даже пробовать в него попасть. Ну летает себе там и летает, пусть. Да сколько ж мы... Ай, мы воды набираем. Вот, отлично. Пару ударов и труп. Подходи поближе.
Я снова стану демоном. Замечательно. Угу. Эти деревяхи не просто так здесь нужны. Так, я слышу уже гоблинов-дурачков. Сюда можно как-то забраться. Так, вот отсюда, скорее всего, можно забраться. Да, а вот до этой высоты как? Хм. Отсюда я смогу на эту запрыгнуть, интересно. Сейчас попробуем, сохранимся, во-первых. Полезли до максимума. Теперь на эту веревку. Отлично. И отсюда я могу попасть сюда, куда мне надо и не надо. Вот в чем вопрос. Я хочу попасть сначала туда, куда мне не нужно попадать. Защита от огня опять. Так, паук ушел. А, могу в демона превратиться. Демон с удара убивает паука? Да, замечательно. А враг идет в ближний бой, становимся демоном. Проблем нет. А выше подняться уже смысла нет. Так, ну давайте тогда сходим вниз, куда нам... Саров, блин. Куда нам изначально и предлагалось. Потом поднимемся, если что. Почему бы не сломать себе ноги? А внизу вообще ничего нет. Хорошо. Нырять. Можно, конечно, проверить тут. Но я сомневаюсь, что у них будет что-то ценное. Ну а что может быть для нас сейчас ценным? Броня у нас магическая есть. Все, что надо, тоже есть. Прыжок. Теперь сюда. Если мне дали очки опыта, значит это по заданию. Найти выход и убегите. Великолепное задание. Пойдемте тогда к гоблину, который там тусил. Точнее, к пауку. Так, тут... А, мы как раз увидели то место. Там стояли, пол проломлен, значит, нам в любом случае спускаться сюда. А в сундуке огненные ловушки и другие свитки. А почему у меня кольцо здоровья одето? Так, манну. Следующая локация. Он не уважает нас. Стоп, а что тут светилось? Посох из стали теней. Так, чтобы выкинуть, сила 3. Это у нас... Клянусь вратами Шиога! Я не могу не выбросить его, не взмахнуть им! Он тебе не понадобится, Сарев. По крайней мере, до тех пор, пока с тобой я. А, хорошо. Скрытность 3. Урон 6. Я думаю, это тоже не особо нам нужно. Ближний бой 1. Мы можем это прокачать. Скрытность 3. Так. Проведить яд. Ладно, с ядом оставим. Мантия, 2 класс брони, 20 сета. Это наш у нас одет, да. Дальше. 4 кольца феникса. А сила 2. Но силу 2 мы точно вкачивать не будем. Плюс 1 к урону.
А скрытность 2, возможно. Ближний бой 2. Ближний бой, он очень дешево стоит, поэтому тоже возможно. Одежда убийцы пусть будет. Ближний бой плюс 5, 5 к урону. Не хочу. А непонятная броня, что дает. Щит тем более. Все, мы освободили инвентарь, идемте дальше. Сейчас мы поедем на вагонетке. Поехали. А червь не вылезет? Похоже, что нет. Так, лук. Чего? Оно ушел. Дыхание зимы. Что он дает? Где он еще? А 2 к урону, магическая способность заморозка. Требует умения стрельба 2. Нет, но стрельбу я вот точно не хочу прокачивать. Что это? Палец. Мы ее подбирали. А, плюс 3 к урону. Не особо и надо. Так и грибок не забыть. Аккуратно. А мы на вагонетках будем кататься теперь? Поехали. Как темно. А червь больше не придет, а то он здесь нам показывался. Пытался с нами драться. Да, я чудовище, ты улетел. Кстати, ты там... Я забыл тебе сказать, что Аратрок, ты мертв. Ну, не просветили орк. Как отсюда вообще выйти? Куда? Зато грибок нашли, еще один. Нет, ну это все замечательно, но куда вот мне дальше-то идти? По цепи подняться я могу здесь и веревок наделать 1000. Например, в эту деревяху. Да, веревка делается. А где она? От пропасти. Ой, как же замечательно, что ты ухватился. Вот, допустим, эта веревка, и зачем она нам? Непонятно. А зачем я вниз иду? Корком? Хорошо. А там другого пути не было наверху? Потому что это мне кажется как-то нелогичным. То есть я всю эту территорию быстро, дерзко пробегал за счет червя. И тут я спокойно возвращаюсь и иду к орку. Так, ни черта не видно. Вот, зелье маны это хорошо, но уже не так полезно. Ладно, идемте разбираться с орком. И по этой цепи сейчас попробуем залезть. Или слезть. А если я спрыгну? Нет. Но там была деревяха рядом, я думал, мало ли. Хорошо, пробуем залезть. Возможно, тут можно срезать. Саров, ты идиот. То есть я сейчас с одной цепи прыгаю на другую цепь. Вместо того, чтобы схватить цепь, он ногами становится на фонарь и падает дальше. Вот цепь.
Почему не ухватиться? Все, не будем тестить, идем к оркам. Здесь явно как-то можно, скорее всего, срезать путь, но... Это не для нас. Да я стою. Чужак, не уйдет. В смысле, я вроде как мертвый? Что? Демон слабее орка. Замечательно. Но я думал, что у меня все-таки это читерская способность. Я могу победить кого угодно, но нет. Нет. Можно тут? Да, можно. Вот эти все ящики должны загореться. Бочки, точнее. Орк один улетел. Чужак. Второй улетел. Кинь ты в него огненный шар, заклинание не готово. Как оно не готово? Ты перед собой его крутишь, мне мешаешь, что ли? Готово ему заклинание. Пошел отсюда. Он издевается надо мной. Огненный шар у него в руках. Я не понимаю, как это происходит, но я делаю какое-то действие, и огненный шар стопорится, я не могу его использовать. Не понимаю, как это именно происходит. Стой на месте! Ну, пошел. Орков много, чужак. Орки сильные! Орки всегда сильные! Так, ладно, тормознем на сегодня, на этом. Предлагаю с сильными орками разобраться в следующий раз, иначе из-за серфа у меня будет уже нервный срыв. Спасибо всем за просмотр, если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.